Ты, черт, реально, я постоянно двигаюсь. Интересно, что же будет. Ты видела? Она тупо поднялась сама. Черт, ты видела? Это ты видела? Чё творим, бро? Меня зовут Серхио, не Зибра. Сразу же бери подписаться на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь предотвремя Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, бро, не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал. Что ж, бро, сегодня у нас непростое видео. Впрочем, как всегда, мы каждый день снимаем непростые видео. Но то видео, что сегодня, оно вас удивит. Неделю назад я снял видео про то, как я из Даркнета заказал зелье силы. И вы не поверите, но то зелье работало, вы сами это видели. Потому что многие из вас под видео просили заказать еще какие-то зелья. И естественно, я послушался свою банду своих бро и заказал еще одно зелье. Ну, скорее всего, по названию вы уже знаете, что это за зелье. Но, в общем-то, это зелье скорости. Итак, банда, как видите, зелье полностью желтое. Просто одним цветом. Вообще нигде никаких перепадов, что очень странно. Потому что оно наполняет молнию флеша. Типа, та же самая скорость, так же самое быстро буду бегать. И когда я заказывал это зелье с Даркнета, оно мне шло очень долго. И, наконец-то, я дождался его. Именно сегодня мы проверяем действие этого зелья. Как видите, банда, это зелье уже пришло совсем другой колбочке. Прошлое было в такой вот маленькой, вообще было маленько. А вот здесь его прям много. Наверное, его нужно пить много. Эй, банда, вам, наверное, интересно, как же пахнет это зелье? Мне тоже, собственно говоря, интересно, но потом сейчас это проверим. Ну, вы знаете, оно пахнет таким горьким. Прям очень горьким. Наверное, оно будет очень горькое, и я даже не смогу его проглотить. Вот ты понюхай, Настя. Оно реально очень горькое, так что, банда, это будет прям, наверное, целое испытание для того, чтобы выпить это зелье. И, конечно же, пить его все я не буду, я буду пить его немножко, потому что, кто знает, может быть, еще будет передозировка этого зелья, а я этого проверять не хочу. Поэтому сейчас будем пробовать это зелье, надеюсь, вы готовы. Окей, сейчас прям на ваших глазах впервые я буду пробовать это зелье. Надеюсь, вы готовы. Оно вообще горько, фу. Ух, окей, не знаю, сколько его надо было выпить, потому что нигде не писали, сколько его пить. Даже сам продавец этих зелий не сказал мне, сколько его надо выпить. Может быть, нужно выпить все, а может быть, вообще немножко. Не знаю, наверное, нужно еще добавить немного. Ох, окей, так, теперь, наверное, нужно ждать что-то должно произойти. Фу, окей, банда, ждем теперь, пока это зелье начнет действовать, если честно. Я не знаю, сколько нужно ждать, потому что никто ничего не говорил. Ты заметил, ты постоянно двигаешься. В смысле? Черт, реально, я постоянно двигаюсь. Интересно, что же будет. Ты видела? Она тупо поднялась сама. Черт, ты видела? Это ты видела? Да. Господи, она реально, она двигается. Что ж, нужно проверить. Так, сейчас сам. Видела? Да, круто. Теперь обратно. Получилось. Это было, наверное, очень быстро, да? Да. Блин, оно работает. Что же, кейм-бандиты, теперь давайте проверим его дальше. Так. Ух, ты видела? Да, видела. Оно работает, это зелье, оно работает. Черт, банда, это зелье работает. Я прям чувствую. Господи, как же сердце сильно бьется, вы только вслушайтесь. Настя, ты послушай тоже, как оно бьется. Скажи, оно бьется прям жестко. Камон. Фу, я прям чувствую, как оно. О, банда, это просто нечто, меня прям переполняют силы. Реально, сейчас уже готовы просто бегать. Фу, ну давайте пока что еще кое-что проверим. Так, стоп, тихо, смотрим. Вы готовы? Ого! Фух, получилось, было быстро. Да, да, было. Оно реально работает, черт, банда. Это было очень быстро, прям непривычно для меня. Так, а знаете что, смотрите, смотрите. Ух, господи, как же это было быстро, Настя, это было быстро. Да, было. Блин, я просто, меня прям переполняют силы. Что ж, банда, давайте теперь будем идти проверять дальше. Я думаю, я буду бегать просто постоянно. Фух, просто переполняет все. Окей, погнали туда. Итак, банда, мы на месте. Мы взяли прям целый коридор, чтобы проверить это ли будет реально действовать это зелье. Я готовый, но что-то не так. Погодите, что-то не так. Я не чувствую скорости. И сердце начало нормально биться. Наверное, нужно проверить зелье. Так, смотрите. Ух, вот зелье, я чуть ли не пролил. Окей, давайте выпьем еще, и мы посмотрим, что будет. Прям сразу начало действовать. Вы видите? Ты видела? Да, да. Фу, окей. Так, нужно отнести это зелье. Что ж, банда, я на месте, и мы проверяем теперь дальше. Теперь я должен побегать по этому коридору и показать вам, как же работает это зелье. Реально, я буду бегать быстро. Окей, вы готовы? Ты готова? Да. Тогда старайся снимать меня, чтобы успеть. Хорошо. Окей, погнали. Ого, ты реально бегаешь быстро. Фух, окей. О, ну что, получилось? Да, ты видела? Получилось, да, видела. О, господи, это было так быстро. У меня аж голова закружилась. Фух, фух, банда.
Похоже, я перепил этого зелья, потому что мне постоянно хочется бежать. Господи! Ты не можешь остановиться? Не могу остановить. Фух, кажется, зелье уже перестает действовать. Фух, аж легче становится сразу. И ноги так болят. Ай, похоже, это побочный эффект этого зелья, что ноги будут просто очень сильно болеть. Фух, а знаете что, панда? Я сейчас выпью этого зелья и возьму вас с собой, чтобы показать вам, как это быстро все бегается. Потому что когда я бегу, я просто все замечаю, когда бегу. Время как будто просто останавливается. Поэтому сейчас я вам это покажу. Что ж, пьем зелье и бежим. Окей, я беру вас с собой. Фух, готовы? Погнали. Фух, ну что, это было быстро? Да. Окей, банда, я надеюсь, вам понравилось со мной бегать. А знаете, банда, сейчас мы еще пойдем вместе с вами на улицу и проверим, как я буду бегать вокруг этого дома. Думаю, вам будет интересно увидеть, какая же скорость. И причем с каждым разом я хочу попробовать скорость увеличивать. Возможно, получится, что сейчас проверим. Пошли на улицу. Окей, банда, я тут. Ну, тут, вот я. Что ж, сейчас будем проверять действие силы. Как видите, на улице темно, потому что сейчас 3 часа ночи. Как ни странно, мы постоянно снимаем в это время видео. Именно поэтому сейчас я буду бегать вокруг этого дома и покажу вам, насколько же я быстрый. Как Флэш, между прочим, так что чекайте, смотрите. О, банда. Надеюсь, вы видели, как я быстро бегал. Было видно? Да, да, было. Окей, Настя говорит, что было видно. Надеюсь, было видно. Поэтому, если будет не видно, то мы завтра днем перепробуем. Надеюсь, вам понравится это. А теперь мы направляемся в дом и будем снимать уже заключение, потому что я очень устал. И, скорее всего, чуть-чуть позже вы увидите, как же я бегал днем. Погнали в дом, банда. Что ж, банда, мы на улице. Сейчас будем бегать вокруг дома и смотреть, как же у меня получится быстро бегать или нет. Потому что энергия просто прет. Фух, а еще зацените, я в кроссовках от Supreme банды. Да, банда, именно сейчас мы будем бегать. Вместе с своей Supreme бандой будем бежать вокруг этого дома слишком быстро. Погнали проверять. Что ж, вы готовы? Ты готова? Да, да. Погнали. Надеюсь, вы со мной успевали, ты успевала? Да, да. Господи, это было так быстро, но я не знаю, или это было действие зелья, или было просто действие кроссовок Supreme. Так что, Supreme банда, хочешь быть таких же самых крутых кроссовок, ставь лайк. А тем временем, банда, мы уже побегали, слишком быстро побегали вокруг дома, и дальше мы направляемся в дом. Окей, банда, вот так вот мы побегали с помощью этого зелья. Что ж, надеюсь, вам понравилось, и поэтому вы опуститесь ниже и поставите лайк. А знаете что? У меня еще немножко осталось зелье силы, поэтому можем смешать это зелье силы с этим зельем скорости и посмотреть, что же получится. Поэтому, если на этом видео будет 3000 лайков, то я смешу это зелье силы и посмотрим, что же получится. А мне кажется, банда получит такое, что очень интересно. Поэтому давайте. Каждый из вас может нажать на лайк. Supreme банда, для вас это вообще почти ничего. Фу, банда, если честно, то от этого зелья просто жесткие побочные эффекты. От того, что у меня просто жестко сейчас ломит ноги. И блин, вы просто не представляете, очень сильные задышки. Я прям конкретно устал. Поэтому мне нужно пить этого зелья, оно того не стоит. Но смешать его, я думаю, можно. Так что, банда, 3000 лайков на этом видео. И я смешиваю зелье силы с зельем скорости. И мы проверим, что же будет. Поэтому будет что-то реально очень интересное. Что ж, банда, чтобы вступить в мою супер крутую Supreme банду, то тебе нужно подписаться на мой канал. Всего добро. Ведь кто не с нами, тут под нами. Я как вижу, бро, не нравится же быть под нами. Нравится же. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme банду. Самую лучшую группировку Ютуба. Бро, вот комменты из-под прошлого видео. Господи, Крис, какие они шикарные. Если бы я мог, я бы внял просто каждый из комментариев. В принципе, я это делаю по традиции, всех обнимаю. Бро, если ты хочешь, чтобы я внял тебя, то всего даже тебе нужно нажать на колокольчик и оставить свой комментарий. И все, бро, ты уже в следующем видео. Вот такой вот просто, блядь, ко мне видео, лайк, колокол, комментарий уже в следующем видео. Так что давай быстрее опускайся ниже. Бро, также не забывай про мой инстаграм, где выходят просто шикарнейшие фотографии. Оставайся такой шикарный, бро, пока!